Уважаемые гости и участники хакатона, меня зовут Виктор Удо, я представляю специальную номинацию от нашей компании, но сначала я хочу задать вам один вопрос. Подумайте, часто ли встречаются хакатоны, которые проходят 4 дня в разных локациях, где присутствуют люди из 45 городов, я специально почитал время слайда. И также есть представители бизнеса и властей города Москвы такого уровня. Мы международная компания, мы работаем с девелоперами по всему миру. Я вам хочу сказать, это действительно уникальное и очень крутое мероприятие. Мы здесь представляем специальную номинацию, на лучшее использование геолокационной платформы HERE для решения задач от основных бизнес-партнеров. И что это значит? Мы внимательно изучили все те треки, все те задачи, которые будут решаться вами в течение следующих дней, и обратили внимание, что есть некие элементы, которые могут быть решены с помощью карт. Например, зонирование территорий, работа с Big Data. Мы любим говорить, что вы можете взглянуть на большие данные через призму геолокационных технологий. Построение маршрутов для организации совместных закупок и многое другое. Карты – это про нас. Мы в этой отрасли уже 38 лет. Мы готовы предложить вам наши сервисы, наши знания, API, SDK и помочь вам с реализацией той или иной вашей идеи. И что мы ожидаем от вас, ребят? Пожалуйста, фонтанируйте новыми идеями, импровизируйте, творите. Мы с радостью к вам присоединимся. Как и в случае с ВКонтакте, у нас также будут работать менторы на площадке, наши технические специалисты. Я уверен, завяжется интересная коллаборация как с представителями треков, так и с участниками мероприятия. И есть определенные вещи, на которые мы будем в первую очередь обращать наше внимание. Критерии, по которым мы будем определять победителей, это сама идея использования геосервисов, это проработка проекта и, конечно же, стек технологий HERE, который вы интегрируете в свои прототипы. Ну и завершить хотелось бы следующим образом. А есть здесь люди, которые участвовали в более чем 5 хакатонах? Поднимите, пожалуйста, руки. 10 хакатонов. Кто останется? Отлично. Наша команда в этом году приняла участие в 19 хакатонах. Это для нас 20-й юбилейный, потрясающее завершение сезона работы с девелоперами. И я вам хочу пожелать только одну вещь, но, на мой взгляд, самую важную для разработчиков. Возможности для здорового сна в перерывах между вашей работой. Спасибо. Огромное спасибо. Большое спасибо.